В Алданском районе прошел фестиваль авторской песни «Берег дружбы». Кто завоевал главный приз, расскажем в нашем следующем сюжете. 10-й фестиваль авторской песни «Берег дружбы» запомнится завоеваниями юных дарований. Впервые за всю историю фестиваля гран-при получил 11-летний Артем Киселев из Москвы, который поразил всех своей непосредственностью и многогранностью таланта. Да, нам очень сильно он понравился. Очень харизматичный мальчик. На поляну фестиваля Артема привез дедушка, к которому внук приехал в Якутск на каникулы. Уже в Томоте заявились на детское отделение фестиваля «Котофеевский», где Артем пел, играл на гитаре, читал стихи. Изначально я вообще не знал про этот конкурс, но когда узнал, мне понравилось, очень понравилось. До последнего момента жюри было в смятении. Юбилейный «Берег дружбы» грозил остаться без главного победителя, как в прошлом году. Однако таланты Артема перевернули устои фестиваля, и ребенок получил гран-при. Потому что гран-при, оно вручается тогда, когда все безоговорочно понимают, что перед ними личность. Потому что мало быть просто творческим, нужно быть, правда, личностью, чтобы покорить сразу всех единодушно. Еще одной победой детей стало решение взрослых на будущий год вывести «Котофеевский» из отделения в параллельный детский фестиваль с отдельными жюри, сценой и номинациями. В целом, как и на любом дне рождения, на 10-м «Береге дружбы» было много поздравлений и подарков. Главное из них 146 участникам и гостям преподнесла природа, которая замкнула дождливые ворота небес ровно на 3 дня фестиваля.